Я выпускник IT-школы Алексея Ларионова. Я поступил на стажировку в Yakstar. В ходе стажировки я сделал баннерную систему, которая может добавлять баннеры, вставлять в них свой HTML-код, удалять их и редактировать. В будущем я хочу стажироваться в разных якутских компаниях, посмотреть, как у них там обстоят дела. После школы я собираюсь поступить в СФУ и параллельно изучать его программирование, потому что самообразование — это одно из самых важных качеств программирования. После выпуска этим летом я прошла стажировку в IT-компании Yakstar, и моим заданием было сделать Instagram-парсер по определенному хэштегу. Самой большой трудностью и проблемой было то, что API Instagram заблокировали с июля этого года, поэтому по-чистому и по-правильному это было сделать невозможно. Но зато я поняла, как с легкостью парсить простые сайты, и получила вот такой опыт. После стажировки я поняла, что хочу совершенствовать свои навыки программирования и углубиться в эту сферу деятельности, и связать свою жизнь с ней. За все время стажировки я стал изучать WordPress и довольно успешно. Я уже могу создавать там плагины, там темы, и так далее. Кстати, еще я стал изучать Android Studio самостоятельно и, скажем так, выполнил первое задание, которое поручила. Перед тем, как учиться в IT-школе, я даже отставал от школьной программы. Вообще не понимал про Паскаль. Было неинтересно. Но стал учиться в IT-школе из-за случайностей. В данное время я могу создавать сайты с применением бэкэнда и фронтенда. Также я уже знаю, как начинающий программист в Unity. Буквально в этом году мы начали набирать практикантов среди школьников. И тут мы взяли ребят с IT-школы Алексея Ларионова. Ребятам мы дали различные задачи по разработке различных интернет-проектов. В целом, что хочу сказать, что ребята хорошие, очень хорошие. Действительно показывают определенный уровень, который даже нет у, скажем так, студентов, которых мы до этого брали на практику с различных вузов. И в целом хочется отметить то, что у нас в республике есть такая школа. Это очень большой плюс в целом для развития нашей IT-отрасли, потому что есть нехватка кадров, и то, что вот Алексей делает, обучает молодых ребят со школы, это очень хорошо в целом для отрасли информационных технологий.